Кютмагаз Васен. Екатерина Назимова. Сейчас мы находимся во Всероссийском детском центре «Орленок» на тематической смене детского и юношеского экранного творчества «Бумеранг». А как мы здесь оказались? Наша делегация «Точка зрения» из города Челябинска попала сюда благодаря короткометражному фильму «Скотч». Я обучающийся объединение видеоскрытия средств танцевальных техников города Уфы. И фильм нашей скрытии про международную аэрокосмическую школу стал победителем в третьем всероссийском заочном конкурсе медиаработ «Диалог поколений». Пригласили меня, Орловского Саву и Милешина Артура, а также нашего руководителя видеоскрытия «Свет» Позолотину Веру Владимировну на медиафорум. Мы живем в детском лагере «Звездный». У нас хорошие кураторы Александра Рябова и Наталья Кадычникова, с которыми мы сняли два фильма «День послушания» и «Легкие деньги». На «Бумеранге» прошло прекрасное событие. Мы побывали на питчинге. Нас оценивали именитые люди, знающие толк в кинематографе. И мы хотим представить вам идею нашего фильма «Игра на жизнь». Жанр драма, а примерный хронометраж фильма 12 минут. У нас было очень много мастер-классов, но самым запоминающим были занятия от Ады Бернатониты. Она рассказывала про историю кино, про правильную рецензию и про интересные фильмы. Ада Казимировна вдохновляла юных кинематографистов своим опытом. За проявленную активность меня наградили сливой. Это произошло совершенно неожиданно. На церемонии закрытия, когда слово дали Аде Казимировне, она достала из пакета с пунктами сливу и сказала: «Я в детстве очень боялась задавать вопросы, но я их все равно задавала. Арсен, иди сюда». Я выбежала на сцену, все аплодировали, и мне в руки вручили ту самую сливу. Я ее сразу съел, а косточку оставил на память. О бумеранге. Мелочь, а приятно. Помимо мастер-классов мы успевали посещать школу. В учебном заведении были прекрасные учителя. Они объясняли нам темы уроков и понимали нас. Каждый день у нас проводились разные мероприятия. Например, вечером весь лагерь «Звездный» собирался во Дворце культуры и спорта, чтобы посмотреть фильмы Владимира Грамматикова. Меня впечатляют виды с балкона и палубы нашего лагеря, с которых я наблюдал море и красивый закат. Хочу сказать спасибо моим любимым вожатым Альбеку и Кристине за такую замечательную смену. Во время бумеранга я успела поработать в СММ направлении и в создании рекламного видеоролика. И теперь у меня есть два диплома первой степени в номинации «Самый оперативный СММщик» и за создание лучшего рекламного видеоролика. Мне вручили в руки диплом третьей степени за проявленную активность и за работу оператором бэкстейджа. 17-й бумеранг стал для нас огромным событием, которое мы запомним навсегда. Многие ребята определились с будущей профессией. Кто-то нашел новых друзей, а кто-то снял свой первый фильм. Медиафорум успешно завершился. Смена пошла на славу, и уезжать отсюда совершенно не хочется.